Президент Казахстана обсудил с генеральным прокурором Кайратом Кажамжаровым соблюдение прав и свобод человека в республике. Нурсултан Назарбаев заявил о возможности продолжения гуманизации уголовного законодательства, пишет Мир24. Много приняли решений и изменений в законы в том, чтобы соблюдать права и свободы человека. Мы уменьшили уголовно наказуемые вещи, тюремное заключение сократилось на 35%, сказал Назарбаев. Кажамжаров представил главе государства отчет о деятельности правоохранительных органов. По его словам, в последнее время уровень преступности в Казахстане удалось снизить на 10%.